Бац, да, там? Давай. Остальные, давайте, договаривайтесь, остальные, договаривайтесь с парнями. Федя, от этого зависит сейчас наша тренировка общая. Вы мешаете всем. Сейчас. Начинаем стелить маты. Малыши, стоп. Малыши делают такую помощь, которую вам говорят взрослые. Принести, отнести, ясно? Не бегаем, не суетимся, Никита, вперед туда на помощь. Все, помогаем. Да, молодец. Без суеты. Без суеты. Ты у взрослых спрашивай, куда стелить. Здорово, здорово. Это вот сейчас вам. Че, Иван, понял, да, что я за тобой наблюдаю? Федя, надо помогать. Я вам сказал помогать взрослым, а вы не-не-не, вы что-то не то делаете. У нас тут новенький. Поздравляю. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, это новенький. Это... А, у вас еще кто-то новенький? Да, вон маленький. Я думал, тебя представляют как новенький. Я год назад был у вас. Да, я, что у тебя с глазом новенький? Ну, в школе, об дверь. Ударился? Или помог-то удариться? Не ковыряй, еще. В кепке можно заниматься? В кепке, да хорош ты кого. Не, ну в принципе, если какие-то проблемы, ну, может быть, можно, а зачем? Просто она ему удачу приносит. Да. Ну, когда будешь элемент делать, оденешь кепку, мне кажется. Если тебе... Или тебе нужна удача на всю тренировку? На всю, что все, на всю, все прошло удачно. Ты что же, братан, а ты спишь тоже в кепке? Ты тоже в кепке спишь? Когда забывай снять, бывало. Я понял. Ну вот ты сначала переоденься, будь в кепке, я сейчас объясню, почему ее придется снять. Правила безопасности? Ну, во-первых, угол обзора у тебя сразу. Ну, есть такая тема, да? Что в кибаре как бы три... Вот. А, во-вторых, момент особенно здесь связан с детьми, это даже несмотря на то, что бегают, суета и прочее, как показатель, а вдруг, прикинь, они нас смотрят, скажут, блин, там вот парня приходил, так, да? Да, я пойду в школу. И будет учителю. Нет, ты, если тебе она реально приносит удачу, ну, на все тренировки, ты же не будешь супер тяжелого делать. Ну, да. Вот захочешь элемент делать какой-то, поймешь, что фортуна не прет. То спокойно в кипаре, не переживай. Парни, вещи, все четко. Егор, сейчас на температуру пойдем. Деньги, да. Там последняя тренировка оставалась. Сейчас посмотрим. Как самочувствие? Как учеба? Нормалек все? Давай, там доставай. Бодро отчетливо называешься. Да, столько сейчас я работаю. Фамилия, имя, отчество, да? Молодец, Егор Александрович. Что-то ты холодный, брат. Вы на великах? Давай, да, я сразу запишу. Вы на велосипедах? Нет. На пешком? Да. Ты когда последний раз был? Напомни, пожалуйста. Суббота прошла. Ага, вот вижу, да. На салоне. Егор Александрович, было последнее занятие. Сейчас секунду. Ты что, все путем? Да. Ты в школе еще? Да, в школе.
Новые предметы появились? Да. Какие? ОБЖ, химия. ОБЖ новый предмет? Да. Ну, химия, допустим, какой, 9-й класс у тебя? 8-й. 8-й класс? У нас 8-й. Вы все 8-классники? Нет, втроем. 5 занятий, да? Да. Сейчас, секунду. 5 занятий. Самочувствие хорошее. Ложи. Кто там следующий, Димарик? Да, Дима, иди. Диман, как самочувствие? Нормально. Это нормально. Давай громко отчетку, фамилию, имя, отчество. Краснопёр Дмитрий Алексеевич. Мы вам даем обещание, что пусть... Ваня, я понял. Иди, не отвлекай меня пока. Так, сейчас. Ты был тоже, да, вот в субботу? Да, с Егором в субботу. Ага. 4 занятия, да, у тебя осталось? Да. Когда тебя записывать, будет этот день? Ага. Кто следующий парень? Ну давай, так как ты был, пойдем. А не грызи пальцы, не грызи пальцы. Покорябанный, пальцы погрызны. Да вот придешь, мама что-нибудь скажет. Вы не братья? Нет. Нет, слушай. Что мама тебе скажет? Придешь, там покорябанный, пальцы изгрызли, скажет. Да я вот это был там на гимнастике, на воркауте. Так что ли? Что пальцы погрызешь? Здравствуйте. Фамилия, имя, отчество? Мотавкин Никита Михайлович. Давно ты был, да, Никита Михайлович? В прошлом году. А напомню, что у тебя абонемент был или просто? Не, я просто покупал тренировки, покупал. Мотавкин Никита Михайлович. Что да. У тебя сегодня будешь? Абонемент одноразовый? Одноразовый. Пока. Давай. 250 рублей помнишь, да? Да. А у меня первый тренировка, можно? Сейчас, секунду. Можно? Ты будь здесь, сейчас ты... Чё, можно? Элементы можно делать? Элементы? Да, мы достелили его. Малышам! Команда! Кто до 14 лет, вот вам сейчас там, пожалуйста, делайте... Секунду. Делайте 20 подъемов ног в перекладине в положении виса. Взрослые, своя программа, не суетится, никто не дергается. А вы 14? 20 подъемов ног, кому до 14 лет. 20 подъемов ног в перекладине. Ваня, сейчас, секунду. Никита, Артем, покажи, пожалуйста. Подъем ног в перекладине. Смотрите на Артема Михайловича внимательно. Вот так 20 раз, Макар. Вот так, без дерганий. Разошлись по перекладинам 20 раз. Самочувствие все путем? Да. В каком классе? В 9-м? 8-й. Химия тоже у тебя в новинку? Да. Нравится? Да не особо, не слушаю ничего нового. А, вы лабораторный еще не делали? Опыты не делали? Нет. Там что-нибудь жгли, пробили? Один раз только. Я понял, ложи. Так, пойдем в следующий, на размер. Рассказывай, кто ты, как ты в первый раз здесь, да? У тебя братан сюда не приходит? У тебя есть брат старший? Есть или нет? Есть. Мне кажется, у меня приходит. Друзья много сюда ходят. Да? Не, ну ты, похоже, не на друзей, на брат, наверное, да, похож? Ну, он сюда не ходит. Я понял. Ну, ни разу не был здесь. За 4 года у нас здесь много людей было. Да? Ну, не, ты, не как раз бы, не ты как бы типичный парень. А я кикбоксингом занимаюсь. Кикбоксингом занимаюсь? Я типичный кикбоксер. Да. Красавчик. Так. Герганкин. Секундочку, молодец. Герданкин. Имя? Кирилл Сергеевич. Кирилл Сергеевич. Сколько тебе полных лет, 11. Кирилл Сергеевич? 11 полных лет. Сегодняшнее число помнишь? Да, 14 октября. Молодец. Давай температуру померим и... О, Иван, здорово. На разминку, да? По физкультуре какая цель? Пятерка. Молодчик. Все, давай на разминку. Парни тебе все покажут, что надо разминку делать. Сейчас, секунду. Да-да-да. Да-да-да, секунду. Зарядка, розетка, все есть, да. Я сделал 20. Двадцатку сделал? Сейчас готовься. Будешь делать... Федюня тоже двадцатку сделал? Ладно, хорошо.
Сейчас отдыхаешь 15 секунд, протягиваешься от столба. Надо будет тебе повиснуть половинку. Сейчас, секунду. Большой турник, почти вот. Парни, кто? Я, может, начал. Да, тоже хочу ваше. Сюда. Сюда, упор лежа принять. Федя, Семен, Макар, Иван. Вот сюда, обойди, упор лежа принять. За разговор, и ты в тот зал зачем пошел? Кто разрешил? Упор лежа принять. Это только я. Никита, 20 раз подъемный пол делай. Ой, вот видите, какая тема, да? Он делает физру, я стою как бы не в области выполнения элементов. А тут тоже отойди, вот здесь вам надо расположиться, вот здесь. Я никуда вообще не хочу. Никитов, ты не почувствовал, да? Не, почувствовал, думал, ты не можешь, потому что ты изгнанный. Никитов, вас правило вот тут у нас сейчас, секунду. Ну, Максим, надо будет ножками коснуться. У меня вот тут это болит. Потянуться, ножками коснуться, ножками выпрямляться. Потянуться, ножками коснуться. Понял? 10 раз надо сделать. Никит, тебе 20 объемов слов. Серый там, только-только, они 4 часа только начал, только начало пошло там 10. Сейчас было разминочно. Ты приемели, ты видел? Ну, смотри, короче, вот это вот. Кугатор, да? Кугатор. Да, короче, давай сейчас. Да. Парни, упор лежа принять, я же сказал, Семен. Никита это же. Никита, в желтый, да. Никитос, Максу не мешай. Максим, покажи Никите. Вот так выполняешь. Макс, покажи Никите подъем ног. Как ты ноги? Не сделал ни разу. Вот так надо. Никит, братишка, иди. Никитос, иди сюда к Ивану, к твоему другу. Иди к Ивану, иди сюда. Стоп, обходи аккуратно. Ваня. Ногами сюда, головой туда. Принимаю упор лежа. Сейчас Петр Валентинович вам обалденный анекдот расскажет про отжимания. Штаны подтяните, все. Сейчас последний заход, анекдот про отжимания послушайте, да, небольшой. И все. Анекдот про отжимания. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот доведете до 100. Если все без ошибок доведете до 100, у вас будет работать на него. Это будет анекдот. Ну, вы послушайте, вам смешно, это будет смешной анекдот. Иван, на температуру пойдем. Это немного. Семен, не гони, это немного, это ерунда. Да нет, 100 раз это немного. Сделал 10 раз, сейчас будешь делать 9 раз. Лады? А меня звали? Да, я Иван, я тебя позвал. А, 9, 8, 7, 6. Да. Все, давай пятюньку. Все, делай только четко, понял? Все, лады. Упражнение. Померь, пожалуйста. Давай. Как самочувствие? Фамилия, имя, отчество, громко. Получается. Так, смотри. Отжимаем. У Артема. Артем! Подойди, пожалуйста. А, Никитос. Ладно, что он там, Зань? Да. Виктор, ладно. Он делает. Так, Артем, смотри. А, погоди. Вот, смотри, Артемий, у тебя было 10 занятий, как бы сейчас остается 9. Я сейчас записываю тебе 8 и на него одно занятие, правильно? Да. Так, смотрим, да, внимательно. Отжимаете. И вы тоже отжимаете. Один. Руку пожал ему, да, поблагодарил? Братский такой подгонец. Никитос! Позовете его? Никита! Я слышу. Вот тебя зовут. И ушел. Ну, молодец, да, нормально все. Оп! Оп! Зато ж не надо. Звонко, да, как? Никит? Просто звонко было. Ну, хорош ты, блин, е-мое. Срочно, Никитос, Моисеенко, надо бате звонить, скажи, батя, Петр Владимирович звонко на мне барабанил. Никитос, срочно надо бате звонить. Малыши отжимаются. Так, Сергей Сергеевич отправляет. Сергей Сергеевич. Ну все, отправляй, все, мне пока не надо. Я уже отправил.
СМС, ну, что у вас там, СМС-ка, не СМС-ка, он знает, да, что это от тебя? Он всегда. Спасибо. Все, лады. Парни, я возьму сейчас попить, пойду. Никто не нарушает дисциплину, ладно? Я вам могу верить. Сейчас меня Федя сдаст. На чем ты? По шраму я бы ударил. Слушай, слушай, смотри, сейчас сыграет. Как по дивану, Шрам? Да. Давно в детстве получил. Я там бабулки дал, по верхней части тела. Плашмя вот так вот. Я слышал, так смешно было звук, аж парни, помните, трещали. Как будто играли. До шести, давай, даже дальше встать. Не сможешь ты сделать сам, если ты не сделал действие. Ну, допустим, ладно, не надо быть взаимосильным. А, сам себе противоречишь. Забери. Забери у него. Если заберешь, можешь его ударить. Туда же, по шраму. Как? Гамайо! Пау-пау! It's my life! Тара-тара-да. Ты честно, ты зубами что-то выгрузил? Тихо, только не ударься, братан, не ударься. А что, двумя? А даже двумя уже? Двумя, да, допустим, перехватит чуть поудобнее. Сейчас да, Никита. Никита, не сломай палку, пожалуйста. Все, хорошо, только держать. А вот это все, я синяк, братан. Ты видишь, сколько много синяков? Отжимаемся вам сто раз. Вам отжиматься, сто отжиманий, Ваня. Сто отжиманий. Никитос, Никитос, погоди, погоди, братан, сейчас, секунду, Никитос. Вот этот синяк, это родители увидели? Позвони, батя, давай я у него спрошу про этот синяк. Давай, на руке. Давай, давай, пожалуйста. Все, иди умойся, выстань, напитывай, машу держишь. Давай, давай. Да блин, как тебе не хватит? Давай, взять палку. Папе скажешь, бери палку, папу. Это случайно, класс наш, Никита, сынок, как все это все, это потом все, братан. Все, иди умойся, пойдем. Чего весь этот спич был? Потому что отжиматься 100 раз. Выполнение упражнений результаты тебе не приведут. Можно трогать теперь. Вы размялись? Да. Ну, вы выпрыгнули по 100 раз. Так, теперь молодцы. По 100 раз даже выпрыгнули? А красавчики. Не, ну 100 раз если сделали. Теперь шпагат сейчас у турников. А я легко могу. Ну, садись. Не-не-не, вот здесь вот вчетвером сидите, шпагат прокачать надо быстрее. Одна я минута прокачки шпагата. Делай, садись шпагат, садись, качай, садись. Только если ты можешь этот, разворачивайся тогда на продоль. Ну, делай. Только отодвинься парням, не мешай. Прокачка шпагата, давайте, 1-2 минуты быстро качайте. Не было. Ты простоял с этим стариком, проговорил в районе груси, вот. Потом залез в вальс, а тогда ты меня... Вот. До нуля довел? До нуля довел? Молодец. Сейчас на какой элемент что будем делать? А, погоди, сейчас, секунду. Давай, давай называться, да. Парни, аккуратно. Максимум. Помнишь, это же вставочка. Ножки. Нет. Надо, что надо? Ты сто раз сражался? А вот, сколько уже не сражался? Ты помнишь, что сейчас теперь... А сколько она идет? Час идет. А, да, видел. Недавно. Час? Всего лишь час, да. Час? Уже на турнике. Час. Я третий час в турнике. А, может быть, даже четыре. Нет, на турнике просто. Можно в туалет? Да. Попить и мыться в туалет тоже. Смотри, Макс, тебе надо сейчас делать так же, потом другие будут делать. 10 отжиманий. 15 секунд отдыхаешь, 9 отжиманий. 5 минут попить и мыться в туалет для малышей. Когда мы будем уже самоединиться? Макар, ну ты пришел на тренировку, это в смысле, сейчас мы в отжимании все время проведем. Ты слышишь меня? 5 минут перерыв попить, а? Да нет, пока, погодите. Вы что, парни, тримарите меня, что ли? Малышам 5 минут попить и мыться в туалет. Вам.
стойка, ну сейчас тоже давайте перерыв 5 минут, потом стойка на руках. Сейчас покажешь мне, как у тебя стойка на руках, дружит ли или нет. Каждый из вас покажет. Стоечка на руках на двух руках. Стойка у стены на двух руках и на одной руке. Нет, чуть подальше, чуть подальше. Надо прям ниже присесть. Только знаешь, как тебе надо было максимум погодить. Сердце что-то, но отдохни пока. Сейчас еще раз. Сейчас ты минуту сможешь простоять на руках. Надо минуту простоять, стойка на руках, потом 30 секунд простоять на одной, 30 секунд на другой руке. Парни, вы четверо, стойка на руках. Сейчас, погоди, не отвлекайте меня, пожалуйста. Смотрите, для вас, для всех, Ваня, Макар. Не, стойте на руках, минуту на двух руках, 30 секунд на одной руке, 30 секунд на другой руке. Возле стенки? Возле стенки? Да, возле стенки. Тебе руки с карман трещит. Я не умею. Отжимание, по очереди. Я прямо стенку руками. Я в голову. Я не умею. Что, дави, чтобы они не ударили? Да. Минута, минута, стойте на руках. Смотрите, давайте, как вы отжимаете здесь. Вот так. Вот так. Сначала вы делаете 10 раз каждый, потом 9 раз каждый. Спокойно, парни, спокойно, да. Да. Ниже. Стойка на руках. Минута на двух руках. Отдыхайте 15 секунд. Потом на одной руке 30 секунд, потом на другой руке 30 секунд. А что делать, если я вообще не умею на руках стоять? Стойку на руках? Никак. Развернись, подойди спиной к стене. Уже пытались. Я уже пытался. Спиной. Спиной к стене подойди. Спиной. Так. Опускай руки вниз. И ногами заползай на стенку. Видите, красавчик. У тебя такие сенсеи. А стоп, стоп, стоп. А руками в этот момент подгребай к стене. Нет, по очереди. Да ну я. Давай 15 секунд отдохнул. Один, да. Один по очереди. 10 раз, потом другой 10 раз. Нет, тебе надо уже. Ближе подходи только к стене. Стене ближе подходи. Я сейчас 8 буду делать, потом 8? Только очередь. Да, здесь как-то. 30 секунд. 10-9. Парни, отсюда отойдите, потому что вас могут ударить. Макар, ты скоро Леша принять. Да, отжимайся вниз. Вот так да. Спиной или вот так вот? Как тебе удобнее? Вставай как удобнее. Отсюда отойдите, видите, они выполняют? Отойдите тоже отсюда, отойдите. Парни, опасно, они могут ударить ногой. Давай, 30 отжиманий сделай. Ты понял, зачем, Макар? За что? За то, что руки в карманах ты никак вытащить не можешь. Отцентровывай, руку выводи. Ну так и держись. Для тебя. Это один из вариантов, он как бы нормальный вариант, пульно как в стене можешь стоять. Смотри, какая штука, вот ты стоишь. Вот так отошел в половину. Вот немножко спокойнее. Вот тебе надо выйти на одну руку. Встань спокойно. Вот ты видишь на вторую. Либо вариант другой, либо другой вариант. Я 10 и 9 сделал. Сначала надо 10, и тут Ваня. Я сразу же. Ваня, после него не надо. Я 10 по очереди надо. Стоишь. Потом Максим, я. Да я. А я потом. Нет, потом Ваня, а потом уже. На другой. Я. Если надо все сделать, минута, 30 секунд, 30 секунд, поехали. Сначала на одной, 30 секунд, потом на другой. Да, да. Я на другой. Ближе к стене подходи. Терпи, терпи, терпи. Отсюда отойдите, вас взрослые могут... Стоп, 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 слезь. Игорь. Руки, ноги отошел. Тихо, тихо, суета, да, суета, суета. Отошел в сторону. Че суетиться-то? Оглядись вокруг, это как с велосипедом, который ты бросил. Че суетиться? Стоп. Бросил или нет? Нет, я там присоединю. В смысле? У меня ключи с собой. Стой, как? Нет, не сегодня, а до этого, когда ты бросил велосипед, на полпути, чувак. Все, не мешаем никому делать. Я за... Я? Тихо. По очереди. Ну, Ваня не делал. 30 секунд на одной руке? Ну-ка, покажи.
Ты даже минуту на двух не простоял. Ну давай, я посмотрю. Давай, давай, давай. Ближе подходи к стене. Еще ближе, вплотную. Еще ближе. Еще ближе. Все, вот так надо простоять. Давай. Ну? Давай. Зря ноги слишком широко, не надо. Все, кто хочет, уйдем. Уравновесь себя, да, держи, держи. Вот как только ты мне вот так покажешь, тогда ты можешь сказать, что ты простоял, а не так ты подбежал. Отошли, от друг от друга отошли, вот сюда встали, вот сюда встали, парни, вот здесь, стойте. Зачем вы стоите вот так, включайте? Хорошо. Все, вы на столу тоже так толпитесь? Да. А зачем? Встал на расстоянии вытянутой рукой, на расстоянии вытянутой руки. Я. Все, давай, 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 тихонько, все, сделай, спокойно. Спокойно. Так, Петров, я попить возьму, наблюдаю, ладно? Парни, не балуем, Никитос, сюда. А Шальковку можно потом исцелить? Потом. Никита, Никита, Моисеенко, вот сюда готовься. Все, успокоился, иди сюда. Что такое? Что такое? Это же дистанция еще, 2 часа были. Что дистанция? 2 часа, дети. А, из-за танцев, что ли? Да хорош, танцы. Ну, ты нам покажешь, как сегодня Иван будет на балалайке играть. Ты сегодня танцевать будешь. Нет? Ну, пойдем, братан, все, успокойся. Сейчас пирог будем делать, сейчас пирог будем. Руки. Упор, лежа, принять. Всем. Всем. Нет, кроме вас, им. Всем это им. Упор, лежа, принять. А? Кирилл, ты должен... Давай, для тебя за компанию. Да, дай мне уже ручки сильнее. Спокойно. Упор, лежа, принять. Упор, лежа, всем, малышам, вам, взрослым не мешайте. Петрук, за рули, пожалуйста. Прям опять сопку давай себе. Упор, лежа, принять. Вы, малыши, пожалуйста, отобьтесь, чтобы взрослым не мешать, чуть-чуть. Поехали. Раз вниз, два наверх. Раз. Не ложимся, а стоим внизу, держим. Не лежим на полу. Чтобы вы, взрослые, могли спокойно заниматься, два. Вот это надо, чтобы порядок. Раз. Это не значит, что только Ник коснется вас это, если замечу какой-то вот момент. Тоже будет. Два. Не, руки в карманы, там, чтобы не раз. Вот этот бездельного. Никита, не валяйся. Два. Братан, не валяйся. Не, ну просто там, это как минимум уважение к другу, когда вот так, что он там теребит стоит, два. Понимаешь, накручивает. Непонятно. Стоит с мужчиной разговаривать. Что чешется, да, стоит? Ну что за прикол? Раз. Надо с детства сразу пресекать. Часами. Карман начинает. Артем, ну как дела? Вот, давай, нормально, понимаешь, не стоит там маньяк. Что там? Раз. Раз. Все живы, никто не болеет. В жопе стоит, ты говоришь, разговариваешь, не стоит. Раз, вниз, два, наверх. С кем непонятно. Было два крайний раз. Парни, сейчас стрелки попробуйте хотя бы близко к этому результату завести и на кулики. Давай. Лежим на полу. Я пусть, они здесь. Не бойся, не бойся. Вот, допустим, пошел. Держи. Разрешается той рукой стены коснуться. Коснись стены, да. Встали, здесь. Собрались по порядку. Рассчитайся. Сколько вас человек? Как в цирке, брат. Ну и приятно же, да, смотришь? Один говорит, что я попробую. Второй, да, третий. Что ты так говоришь? Сколько вас? Сергей Геннадьевич, смотри, не плачет. Рассчитай. Успокойся. Сказали опять. Отжимание. Вот туда вот все дошли. Идемте сюда. Не жуй пальцы. Да, Марк. Вот туда идем. Вот сюда. Теперь я сказал, виноват. Сюда вот идем. Сюда. Сколько человек? Раз, два, три, четыре, пять. Ты пятый, ты первый. К снаряду. Да. Остальные все здесь стоят, никто это. Начинаем с 10, шаг 1 вниз. Следующий 9, потом 8. Вы не можете нормально этот процесс организовать, поэтому начнем его заново. Давай, начинаем. 10 раз, ебанем. Мы надо руку еще хотела. Я
Все, пошел. Ты какой номер? Второй ты номер? Как вы стояли? Я второй. Вот. Что ты хочешь, Никитос? Ты даже не запомнил, какой ты номер? Какой? Когда? Когда сейчас вы здесь в линию стояли? У вас пять человек в линию стояли, ты был первый самый здесь? Ну. Я первый. Я первый. Он в туалет. Можно, иди. Два часа. Ничего страшного. Хорошо, что не тренинг перед два часа сегодня. Это много. Очень много. По крайней мере, не пять. Ну-ка покажи. Прошло, не знаю, 10 секунд. Я отошел и ты уже 10 раз. А бить ты какой включил? А вот ты что делаешь? А ты если попу тебя плохо долго. А он не плачет. Возьмите у меня пошел. Большой. Снова первый, 9 раз. О, мой забрать, твой сделать. Ты еще не знаешь. Нет. Так, чуть-чуть коллективом проникнуться. Ниже опускайся, не быстро не Можно же стоять в сторонке перед снарядом же, чтобы не мешать. Можно же? Только надо с какого раза до вас донести? Три. Это 2-4 не считается. После двойки тройка идет. А потом 4. Я тебя поправил. Вот это суббота. Ручки из карманов вынь, Никита.
Нифига. Боже, где это? Нифига. Извините, запоздал. Это надо вообще извинить. Ты устал? Боже, мы